Наташа, ты только что одержала победу над очень сильной белорусской спортсменкой Катей Вандерева. Какие ощущения? Ощущения прекрасные. Я посвящаю эту победу своей покойной бабушке. И сегодня день рождения. Вот. Для меня была честь постоять с Катей. Она именитая спортсменка, сильная. Спасибо ей за бой. Благодаря ей я стала еще сильнее и увереннее. Сколько у тебя человек в весе? У меня 12 человек в весе. Кто следующий, я даже не знаю. Ну, разберемся. Россия вперед! Молодец! Удивила. Россия вперед! Россия вперед!